Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро всем тем, кто начинает новый день вместе с нами. С вами сегодня в прямом эфире работает Александр Ткачев и Антонина Шитова. Тонь, я напоминаю, что сегодня понедельник. И ты знаешь, что день очень, как говорят, тяжелый. Я вообще сегодня планировал быть серьезным, но когда увидел твои штанишки, сразу понял, что настроение у меня сегодня будет хорошее. Я напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, работаем сразу на двух каналах. Это Первый Крымский и Крым-24. Если вдруг вы случайно оказались или не случайно оказались на одном из этих телеканалов, не переключайтесь. Сегодня будет крайне много интересных и полезных новостей. Ну а мы скрасим ваше утро, сделаем его бодрым, сделаем его продуктивным и информативным. Ну и в принципе трудиться будем для вас не только я и Александр, но и наши корреспонденты. А что они подготовили, узнаем прямо сейчас. Главный атрибут практически любого путешествия – чемодан. Александр Кононов расскажет, как правильно его собрать и при этом не забыть самое важное. Защита прав застрахованных. Как можно получить поддержку, если возникли проблемы при получении медицинской помощи? И зачем нужны страховые представители? Это и не только обсудим с гостем программы. Что делать, если вы потеряли личные вещи? Конечно, искать. Где, знает Дарья Шарипова. Из Екатеринбурга в Евпаторию новый низкопрофильный трамвай проходит обкатку и технологические испытания. Новости со всех уголков полуострова. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симферополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Саш, ты знаешь, вот утро уже началось, и хотела тебя отправить на новости, но посмотрела то, что ты сегодня совсем не по новостному одет, поэтому пойду, наверное, я, потому что по деловому, по новостному, поэтому, в принципе, думаю, что информацию лучше получится донести у меня. Тем более новостей много, и предлагаю прямо сейчас к ним и перейти. В Крыму ускоренными темпами продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Очередным этапом в его развитии стало открытие нового полотна в поселке Гвардейское. Порядка 10 километров качественного асфальта уже готовится к сдаче в эксплуатацию. Подробности знает наш корреспондент Николай Уваров. По этой дороге каждый день ездят школьные автобусы, проходящий транспорт. Несмотря на статус проселочной, ее значение сложно переоценить. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» – это комплексное решение по восстановлению, строительству и реконструкции второстепенных и разгрузочных дорог. К примеру, вот это полотно на улице Бирюкова в Гвардейском было обычной двухполоской. Сейчас здесь, как говорится, есть где разгуляться, и осталось дело буквально за разметкой. На сегодняшний день 90% общего плана в рамках проекта реализовано по всему полуострову. К концу года эта цифра достигнет 100. Темпы работы опережают график. Если подрядчик выполнил некачественные работы, значит, ему придется за свой счет затратить средства на, грубо говоря, фрезерование некачественного покрытия и укладку нового уже за свой счет. Важной особенностью в строительстве подобных дорог является качество асфальта. В его состав входит специальный бетон. Основа укладывается в несколько слоев, что исключает проседания. Достаточно хорошо отработали подрядные организации. Были ряд замечаний, которые выявлялись в ходе строительства, но они все устранены, поэтому достаточно хорошо отработали. Очень нравится, что наши подрядчики и строительный контроль, ну, это, скажем, нарабатывают, так скажем, навыки работы достаточно оперативно. В уходящем году дороги нового поколения появились во всех регионах полуострова. Особенно актуальными они стали для пригорода, где движение транспорта особенно перегружено из-за близости к центру. Мы съехали сегодня с московской трассы, да, и мы заметили, что ехали по плохой дороге. Конечно, когда съезжаешь с плохой дороги на хорошую, контраст ощутим. Поэтому мы думаем, что результатами нацпроекта как раз-таки должна быть удовлетворенность жителями, качеством их жизни. Около 10 километров нового участка в поселке Гвардейское построили с опережением графика. Министерская проверка высоко оценила труд дорожников. Строительство автодорог не ограничивается укладкой одного лишь асфальта. Ремонт коммуникаций, новые остановки и фонарное освещение – все это входит в рамки национального проекта. Уже сегодня определены средства и задачи по развитию проекта на грядущий 2020 год. Его актуальность была доказана в уходящем 2019-м, а значит, перспективы строительства новых дорог на полуострове самые многообещающие. Николай Уваров, Олег Черемисин, Новости 24, Симферопольский район. В Ялте завершился первый полуфинал проекта «Таланты». Это единственная в Крыму площадка, на которой дети заявляют о себе на всю республику. Из нескольких сотен участников со всего полуострова осталось 12 сильнейших. Один день из главного крымского талант-шоу в репортаже Лилии Виджат. Я забиваю талант.
исполнении Денис Кучер исполняет номер из кинофильма «12 стульев». Чтобы было не только красиво, но и тепло, ему специально для выступления связали шарф. Аксессуар дополняет знаменитый образ и помогает уверенно держаться на сцене. И надеюсь, что пройду дальше, стану на ступеньку выше, буду показывать новые образы. О своем хобби Владислав Дзей рассказывает на весь полуостров с другом. В Ялту приехали из Евпатории. Вместе прошли предкастинги, научились справляться с волнением перед публикой. На сцену выходить не страшно тебе? Как ты справляешься с переживаниями? Не знаю, не очень страшно. Если переживаю, я просто в заходах и все. Стать звездой экрана и получить ценный приз. Кстати, какой? Пока секрет. На площадках шоу три направления – вокал, хореография и оригинальный жанр. После отборочных туров по всему Крыму в первый полуфинал вышли 12 наилучших. А вот это закулисье главного крымского талант-шоу. И, конечно, больше всего здесь, наверное, операторов, потому что съемка непрерывна, они постоянно друг друга меняют. Влад, привет, извини, пожалуйста, со скольки здесь работаешь сегодня? С 7 утра. До скольки планируешь? До победы. Вот видите, здесь все до победы. И, конечно, здесь очень много родственников и близких наших участников, которые каждую минуту переживают за своих детей, за своих участников, выступающих. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто у вас на сцене сейчас? На сцене Мадина, наша ученица, моя супруга Сусанна, ее педагог. Вот мы выступаем. Что чувствуете, вот, находясь здесь? Ну, волнуемся. Как мы будто сами на сцене, правда? Ну, можно и так сказать, да. В первом полуфинале жюри замечает интересный факт. Участники помладше выкладываются на полную, а постарше не всегда могут раскрыться. Возможно, осознают, что на них смотрят тысячи зрителей. Все ребята сильные. Вот смотрим, пытаемся выявить лучших. Я думаю, не мне одному сложно это сделать, ребятам тоже. Поэтому нам очень сложно это сделать, потому что 12 номеров, все абсолютно разные. И понять, кто из них лучше, хуже, кто из них поет, кто из них лучше танцует, кто лучше номера придумал, а кого-то и костюмы еще гораздо лучше, да? Вообще непонятно, как правильно оценить. «Таланты» — это авторский проект Первого Крымского. Шоу продолжает набирать обороты и раскрывать творческий потенциал детей до 14 лет. Судьям нравится, детям нравится. Это только первый полуфинал. Мы только в середине съемочного процесса. Я думаю, что впереди зрители ждут еще больше эмоций. Уверен, вы еще не раз сможете удивиться. В финал выйдут только лучшие. Поддержать их приедут и звезды российской эстрады. Имена победителей узнаем в прямом эфире 14 декабря. Лилия Виджат, Седмимет Кукчиев, Новости 24, Ялта. Саш, ну на самом деле потрясает и, наверное, восхищает то, что наша телерадиокомпания готова создавать такие масштабные проекты. Ты смотрел шоу «Таланты»? Хотя бы одну серию, признайся честно, прямо сейчас тебя смотрит наше начальство, говори. Я честно признаюсь, смотрю абсолютно все серии «Талантов», потому что я не знаю более масштабного, более яркого шоу вообще на крымской арене телевизионной. Я считаю, что большое упущение, что ты не участвуешь в нем в качестве таланта, потому что твой талант, Тоня, не скроешь ни за какими заклейками. Да, ты знаешь то, что следующий этап хотят сделать тоже шоу «Таланты», но уже, может быть, для взрослых он будет. Будет интересно поучаствовать, если это действительно случится. Я даже наверное, уверен, я что тоже ты подам победишь. Свою заявку. Да, конечно, ты. Сам Бог велел. Молодая, красивая, эффектная, талантливая. А почему не подать, когда есть чем похвастаться? Вот я не знаю, возьмут ли тебя в это Нет, шоу? Нет, я уже боюсь, знаешь, как говорится, ни туда, ни в Красную Армию. Поэтому предлагаю все-таки поговорить о Венеции. О, ну конечно, Венеция – это то, что я хотела бы обсудить сегодня с утра с тобой. Давай обсудим. Ну, мы сейчас будем обсуждать с тобой самые потрясающие улочки, вино, сыр или более серьезные темы, о которых более ты сейчас серьезные говоришь. Темы. Давай все-таки поговорим от шуточек и хахонек всяких. Поговорим о том, что всем известно, что недавно этот город на воде пережил серьезное затопление. Такого затопления не было последние 100 лет. И очень многие памятники архитектуры и искусства пострадали. Так вот, в чем проявляется безграничность русской души? Несмотря на то, что на нас действуют всякие санкции со стороны Евросоюза, русские объединились и собрали 1 миллион евро в помощь этому вечному городу. Там будут восстановлены многие здания на эти деньги. То есть русские сбросились и спасли Венецию, можно сказать. Ну, я могу сказать то, что жители, конечно, потрясающего городка тоже не остались в стороне. Школьники, тысячи школьников приехали для того, чтобы помочь восстановить потрясающий город, исторические какие-то достопримечательности. Не знаю, чем они, конечно, помогают, но я думаю, то, что от волонтерской помощи никто никогда не отказывался. Я думаю, что они ведрами отчерпывали воду с площади дожей. Я думаю, что они настолько любят
свою страну, что они губками вымачивали и, конечно же, каждую улочку, каждый уголок. Не иначе, как вымачивали, я тоже так думаю. Дорогие друзья, если вы тоже хотите что-то вымучить, мы предлагаем вам невероятную возможность. Дело в том, что... Хорошо, что не вымучить у нас билеты. Вымучить, ну знаешь, творчество это такое. Я хотел сейчас про билеты чуть позже сказать. А сейчас я хочу предложить дорогим креативщикам, дорогим друзьям, которые смотрят наш эфир, потому что если вы смотрите первый крымский «Утро нового дня», то вы наверняка наши друзья. Так вот, мы предлагаем вам поучаствовать в беспрецедентном шоу, создать елку своими мыслями, а мы ее воплотим в реальность. Саша сейчас говорит о том, что наш телеканал проводит конкурс для молодых дизайнеров. Прямо сейчас у вас на экране появился электронный адрес, на который вы можете отправлять заявки и предоставить нам свои варианты новогодних елок. До Нового года остается крайне мало дней. Чуть больше 30, точно мы скажем чуть-чуть позже, когда почитаем. Но тем не менее, если вы готовы и сможете создать самую клевую, самую крутую и яркую елку, то, конечно же, участвуйте. Но наша телерадиокомпания возьмет все расходы на себя. Обещаем. Тонь, скажи, давно ты бывала в театре? Саш, вообще работа не позволяет. Ну а если выходной, конечно, хочется выбраться на природу. Но сейчас погода не очень позволяет. Значит, тебе прямой путь в театр. Уж прости меня. Я, к сожалению, тебе такой чести оказать не могу, подарить билет. А вот нашим телезрителям могу. Но правда, не просто так. Для этого придется ответить на один очень каверзный вопрос, который вам задаст Антонина. Все знают то, что есть очень много посадочных мест, в особенности, если это большой театр, если это музыкальный наш театр. Ну, я не говорю сейчас о камерном, хотя, наверное, это подходит к любому театру. В общем, для того, чтобы выиграть билет на театр, в театр, в музыкально-академический Республики Крым, то вам стоит прямо сейчас очень четко выслушать меня, мой вопрос, и попробовать на него ответить. Звонки мы принимаем в прямом эфире. Телефон вы видите сейчас на своих экранах, а вопрос звучит следующим образом. Как называется граница между зрительным залом и сценой? В принципе, ничего сложного. И я думаю, я даже могу вам дать подсказку, дорогие друзья. Вам нужно обратиться всего лишь к творчеству Аллы Борисовны Пугачевой и Паулса. Они даже создали песню на эту тему. Называется она «Маэстро», быть может. Если вы вспомните это бессмертное произведение, то ответ придет сам по себе вам. Да, я думаю, что абсолютно ничего сложного, но если вы не найдете правильного ответа, просто звоните нам в студию, мы с вами пообщаемся, пожелаем вам доброго утра, ну и, конечно же, наведем вас на правильный ответ. А на какой спектакль вы отправитесь, пусть будет для вас пока что небольшим секретом. Да, мы чуть позже дополним эту информацию. Ну а прямо сейчас я предлагаю вообще, в принципе, дополнить информационную картину дня, ведь известно, что никогда не будешь счастлив, если не знаешь, какая погода за окном. И для этого я готов прямо сейчас рассказать, что же ждать сегодня от атмосферы. Брать с собой зонтик, галоши, надевать ли шубу или, может, обойтись легким топом. Давайте узнаем. Итак, прогноз погоды по Симферополю. Переменная облачность и без осадков. Ветер северный. 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, днем 9 тепла. В Севастополе облачно, ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, днем столбики термометров поднимутся до 11 тепла. По южному берегу Крыма сегодня малооблачно и без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем аж 10 тепла. В Керчи 25 ноября сегодня облачно, но без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3. Днем столбики термометров покажут 5 тепла. В Армянске сегодня ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, днем 3 тепла. От погоды предлагаю поинтересоваться топливом, ведь известно, что кому-то может быть пригодится эта информация, если вы собираетесь сегодня отправиться на своем железном коне на работу. Итак, сегодня 1 литр газа стоит 23 рубля 27 копеек, дизельного топлива 50 рублей и 1 копейка, 92-го бензина 44 рубля 57 копеек, 98-й бензин 48 рублей 95 копеек и 98-й традиционно самый дорогой 56 рублей 31 копейка. Ну и теперь, конечно же, валюты, куда же без них. Доллар сегодня стоит 63 рубля 71 копейку. За последние сутки он сдал в позициях. И евро тоже потерял порядка 3 копеек. Сегодня он стоит 70 рублей 52 копейки. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. А я иду к своей ведущей, которая наверняка уже заскучала и хочет что-то со мной интересное обсудить. Саш, на самом деле не сильно заскучала. Мы сегодня с тобой уже на протяжении 15 минут вот вместе. Я думаю, что пора уже обратиться, наверное, к нашим корреспондентам,
которые готовят интересные сюжеты. Тоня, подожди, я вот чувствую, в воздухе завеяло звонком от телезрителей. Вибрирует, чувствуешь пространство. Здравствуйте. Доброе утро. Вы прямо сейчас в прямом эфире. Говорите, как началось ваше утро, и представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья. Откуда вы? Из Симферополя. Ой, славный город, очень любим Симферополь. Наталья, есть ли у вас ответ на наш вопрос? Да, это называется Рамзо. Правильно, вы отгадали. А откуда вы знаете прямой, откуда вы знаете правильный ответ? Ну, как бы, мне кажется, это все город подпринимает это понятие, тем более вы дали на год. И рампы свет нас разделяет. Видимо, большая поклонница театра у нас Наталья. Ну что же, мы вас поздравляем, вы выиграли этот билет. Чуть позже мы огласим его название. Нам еще он не пришел. А я думаю, то, что, Саш, я думаю, то, что мы даже не будем оглашать название, потому что одаренному коню в зубы не смотрят. Мне кажется, Дерзкое заявление, Наталье будет очень любопытно узнать, на какой же спектакль она попадет. Но, тем не менее, дорогие друзья, все те, кто выигрывают у нас билеты, всегда знайте, что на улице Студенческая, 14, на телерадиокомпании «Крым» вас всегда ждут с распростертыми объятиями. На вахте всегда можно забрать выигранный приз. Достаточно только представиться. Поэтому я думаю, что билет найдет свою обладательницу. Так, Саш, это все, конечно, хорошо. И у нас действительно утро началось с очень позитивных новостей. Я сейчас говорю не только о розыгрыше и не только о том, что ты весь такой красивый. Я говорю еще и о наших корреспондентах, которые подготовили целую массу интересных новостей. Поэтому я предлагаю посмотреть. Давай устроим пожар. Пожар будет дерзкий, резкий. Поэтому предлагаю посмотреть сюжет о пожарных. Готовы? Марш! На сборы у спасателей есть всего 20 секунд. За это время нужно успеть полностью надеть обмундирование и даже автомобиль выгнать из ангара. После того, как на пульт охраны поступил тревожный вызов, в течение 20 минут огнеборцы должны оказаться в зоне тушения пламени. На вызов едут водитель, пожарный, начальник части, либо его заместитель. Даже незначительное на первый взгляд возгорание может обернуться трагедией. Поэтому спасатели заранее просчитывают самые разные варианты развития событий. Что на вас за костюм? Это теплоотражающий костюм. Он служит для защиты кожных покровов. Можно работать при температуре 200 градусов не больше 10 минут. И при открытом пламени, там 20 секунд, не более 20 секунд, при температуре 400 градусов. В пожарно-спасательной части села Почтовая Симферопольского района с недавнего времени автомобильный модельный ряд пополнился новой техникой. Теперь у бойцов в автопарке две машины – ЗИЛ 1983 года и КАМАЗ 2018. Преимущество данного автомобиля в том, что он вывозит намного больше пожарно-технического вооружения, воды и пенообразователя. Поэтому автомобиль очень удобный во всех отношениях. Углекислотные огнетушители, пожарные рукава первой и магистральной помощи, теплоотражающие костюмы, ножницы для резки арматуры большого диаметра, гидравлический аварийно-спасательный инструмент – то, чем оснастили новую машину. Сейчас мы находимся в пожарном автомобиле класса Евро-5, и он оснащен различными приборами. Здесь есть и громкоговоритель для подачи звуковых сигналов, и стационарная рация, и переносные рации. А вот это – пульт управления боевым отсеком, где находится насос высокого давления. Казалось бы, что с наступлением холодов количество пожаров должно уменьшиться, но работы у спасателей меньше не становится. Во многих селах обогреваются с помощью печного отопления. В 2019 году выездов у нас было 243, из них 70 выездов на пожары,
Профилактика 31 выезд, ложных вызовов у нас было 11, и остальное, значит, мы отрабатывали пожарно-тактические занятия, ПСП, нормативы. Чтобы не допустить возникновения пожара, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила техники безопасности. Если вы были где-то в лесу на пикнике, не забывайте тушить костер за собой. А дома внимательно обращайтесь с газовыми и электрическими приборами. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну, наш эфир продолжается, и хотелось бы обсудить очень важные новости. У нас почему-то на протяжении нескольких эфиров очень часто обсуждается Ялта. Но, в принципе, не будем изменять традиции, обсудим Ялту, тем более там действительно очень много интересных новостей. Вот, например, в рамках развития системы пассажирских перевозок на полуострове к 2020 году в Министерством Республики Крым было объявлено, что Ялте предоставят еще несколько новых автобусов. А если быть точнее, выделят 50 единиц, а не несколько. Ну да, приличная сумма. Но нужно отметить, что на данный момент в Ялте находится 39 маршрутов. Их обслуживает 266 единиц транспорта. Я думаю, что 50 дополнительных единиц не помешают. Не помешают. Но ты знаешь, что в Ялте вообще, в принципе, хотят ввести ограничения. Это платный проезд в центре города и платный подъезд к достопримечательностям. Я думаю, что это, в принципе, актуально и, наверное, даже разгрузит город. В особенности в период... туристически. Главное, чтобы к этим драконовским мерам были подключены меры, скажем, противодействия, которые бы компенсировали такие вот жестокие указания. В первую очередь это касается развития именно общественного транспорта. И, судя по всему, такое решение уже принято, и скоро там можно будет с большим комфортом и довольно быстро добраться до любой точки этого гористого городка. А я, кстати, знаю то, что в следующем году также поступило предложение сделать электрокары на 14 или 11 посадочных мест. Они будут малозатратные и малогабаритные. Передвигаться они будут по этим узким улочкам Ялты. Я думаю, то, что они тоже будут успешно там реализованы. В принципе, это очень актуально. Не знаю, как для Симферополя, но такой автобус, который питается электричеством, может проехать около больше, чем 200 километров. В принципе, я думаю, что вполне себе достаточно. Потом приехал, включил свой автобус на зарядку, а сам выпил кофейка. Ну, прекрасный план. Или искупался. Нужно сказать, что вообще это, безусловно, большой шаг в науке. Потому что благодаря чему мы, собственно говоря, можем сейчас говорить об электрокарах? Благодаря тому, что активно развивается научная отрасль, связанная с аккумуляторами. И в скором времени, я думаю, что мы откажемся от энергии углеводородов и будем использовать исключительно природную энергию, накопленную в аккумуляторах. Ладно, но это все дело будущего, грядущего. А к настоящему. Прямо сейчас на улицах Симферополя мерзнет наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. Стефан, рассказывай, как дела? Доброе утро. Доброе утро, коллеги, с утром нового дня всех крымчан. Всем хочу пожелать доброго и, самое главное, бодрого утра. А оно именно такое, уж нет, поверьте. Сейчас на улице Симферополя примерно 3 градуса тепла. И, конечно же, хочется двигаться из-за этого, потому оно, собственно, и доброе. Кстати, сегодня с самого утра, примерно в 5, температура на улицах крымской столицы была минус 2 градуса, но в течение дня воздух прогреется до отметки в плюс 12. Кстати, синоптики обещают, что эта неделя будет относительно теплой, ну и дождливой. Кстати, расстраиваться не надо, потому что теплая она как раз таки из-за дождей и будет, из-за выпадения осадков. Сегодня температура повысится, не сегодня вернее, а в течение недели ежедневно она будет повышаться на 2-3 градуса. Поэтому это тот самый случай, когда дождю нужно радоваться. И, кстати, самым холодным этот день был за последние 130 лет. В 1996 году тогда было минус 13 градусов. Это самым холодным, самым жарким плюс 20. Ну, плюс 20-то понятно. Еще относительно такая температура несколько недель назад была. Это я могу представить. Но что такое минус 13 вот после теплых выходных даже в голову просто не идет. И здесь бы я хотел перейти к выходным, потому что на выходных конец прошлой недели был ознаменован достаточно таким серьезным событием. Был ураган на полуострове, и в Симферополе ветер вырывал деревья с корнем, просто клал их на земь. И в Евпатории, сам тому свидетель, видел точно такие же вещи, такие же события. А самое главное, что сотрудники Крымэнерго успели быстро на это все отреагировать. И ветер, непогода оборвало 54 линии электропередач на полуострове, вследствие чего частично свет пропал, электричество пропало в 41 населенном пункте. Так вот,
уже к сегодняшнему дню все восстановлено. Электричество, электроэнергия, свет, все есть абсолютно везде. И для этого работали 400 человек и 150 единиц техники. На этом мое первое включение подходит к концу. Я с вами еще не прощаюсь, увидимся не раз. Но пока что, коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Стефан. Нужно сказать, что позавидовать Стефану можно, потому что он такой бодрый, несмотря на столь ранний час. Откуда у него столько энергии? Сколько же нужно выпить кофе, чтобы таким радостным быть в 7 часу? Ну, честно сказать, мы тоже очень бодрые, поэтому я не знаю, что ты пил с утра. Надеюсь, тоже кофе. Гораздо более интересно, что я пил вчера, но это другой же вопрос. Это другой вопрос, но я предлагаю обсудить тоже очень интересные новости. Вот ты боишься или ты не боишься потерять свою работу? Я очень боюсь, потому что я ее очень люблю. Можешь не переживать, не бойся, ты ее не потеряешь, потому что эксперты и развитие перечислили профессии, которые в скором времени могут исчезнуть. И наша профессия, телеведущий, журналист, корреспондент, не попала в этот список. А какие попали, ты знаешь? Да, могу представить себе. Ну, представь. Ну, я могу предположить, что это какие-то профессии, связанные с техникой, наверное. Водители, например. Ну, лично для меня в голове не укладывается, как водитель, как профессия водителя может стать ненужной. Учитывая то, что совсем скоро автомобили будут управляться автопилотом, почему? Почему нет? Ну, а как же общение живое? Вот ты с утра встал, в 5 утра ты отправляешься на работу, хочется поговорить с кем-то, обсудить, что же произошло ночью. То есть, вот я знаю, что люди делятся на две большие категории. Первая категория – это та категория людей, которые едут в такси и общаются с водителем. А есть такие молчуны, типа меня. Я всегда вот раз и замолчал. И, наверное, и, кстати, я знаю то, что есть таксисты, которые тоже делятся на две категории, которые ставят оценку либо 5 своему пассажиру, либо 1. Я просто переживаю за тебя, что у тебя рейтинг будет слишком низкий, если ты будешь слишком много молчать. Я вообще не знала, оказывается, есть рейтинги? Да, есть рейтинги, при том, что это действительно так. Сейчас ну, настолько распространенные все эти приложения. Мы оцениваем и нас оценивают. Мы оцениваем и нас оценивают. Только самое интересное, что водители, которых мы оценили, видят, а мы не видим оценку, ту, которую поставили нам водители. Всегда интригующе. Но, в принципе, есть какие-то ловкие штучки, которые можно установить дополнительно на свой гаджет и посмотреть, какие же оценочки поставили или тебе? Очень любопытно. Но я думаю, что я круглый отличник. Но если ты такой молчун, не думаю. Но с другой стороны, ты знаешь, главное, когда ты едешь в такси, ничего не терять. Ничего не терять, это абсолютно важно. Потому что найти будет очень сложно. В особенности в Симферополе нету даже пункта бюро находок. Ну, а говоря о находках и пропажах, давайте обратимся к сюжету нашего корреспондента Дарьи Шариповой. Зашел в автобус с сумкой, а вышел уже без нее. Ситуация, знакомая многим. По результатам опросов, общественный транспорт занимает первое место по количеству забытых вещей. Телефоны оставляли. Дорогие телефоны? Ну, телефоны, да, пару раз дорогие было, я звонил, мы встречались с хозяином, я давал. Вот кошелек оставили сегодня. Ничего крупного нету, положил, буду до конца дня ездить, если там кредитные карточки, банковская карточка лежит. Документы, гаджеты и бумажники – те предметы, которые теряются чаще всего. В основном из-за невнимательности. Ехала в маршрутке, телефон был при мне. Когда вернулась домой, уже увидела, что он пропал. То ли я его где-то выронила или положила мимо кармана, то ли кто-то его взял. Начала звонить по своему номеру, но телефон сразу же выключили. Наверное, кто-то его присвоил себе. У меня там было много фотографий, всевозможной информации. Конечно, было очень жаль, что не вернули. Зная время и место происшествия, шансов вернуть вещь больше. Если быстро среагировать, можно обнаружить ее нетронутой. Но чаще бывает наоборот. Ценные предметы легко находят себе нового владельца. В таких случаях надо помнить, не все, что лежит без присмотра, следует забирать себе. Если человек нашел какую-то вещь, ценную вещь, тем более в общественном месте, тем более, если он нашел это где-то на людной улице, к примеру, денежные средства недалеко от банкомата, то, безусловно, законопослушный гражданин обязан вернуть утерянную ценность законному владельцу. В противном случае это будет истолковано как кража. Раньше утерянные вещи сразу относили в полицию или бюро находок. Сейчас люди самостоятельно пытаются найти хозяина. В этом им помогает глобальная сеть. Вводим в поиске находки и название своего города. И нам открывается множество сайтов и сообществ в социальных сетях. Вот у кого-то украли телефон, просят вернуть за вознаграждение.
а эта девушка нашла браслет и готова отдать хозяйке. Среди этих объявлений может найтись и ваше имущество. Обнаружили чужую собственность? Попытайтесь найти ее хозяина. И тогда вас может ждать не только денежное поощрение, но и искренняя благодарность человека, который уже и не надеялся вернуть себе любимую вещь. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Вы знаете, дорогие зрители, у нас ежедневно меняются гости, и это так разнообразно, и выбираем мы их тоже. Очень интересно. Всегда каждый говорит о том, кого бы он хотел видеть в студии. И вот, например, в последний день, это в неделе рабочей пятницы, Александр проявил интерес к нашему следующему гостю. Я его сейчас с удовольствием представлю. Это Николай Осинний, профессор кафедры земледелия и агрохимии, биоресурсов и природопользования КФУ. При том, что Александр очень сильно хотел пообщаться, поэтому если я сегодня немножечко буду от него отставать, вы не думайте, что я не подготовлена. Просто уступаю ему и передаю эстафету. Спасибо большое, Тоня. Доброе утро. Николай Григорьевич, первый вопрос. Скажите, вы когда-нибудь что-нибудь теряли? Ну, сказать, чтобы терял, не совсем правильно было. После завершения каких-то мероприятий что-то временно забывал и находил сразу. Ну, самое главное всегда найти. Ну, мы вас сегодня позвали по другому поводу. Крайне обеспокоены. Ноябрь месяц. Дождей нет. Земля сухая, просто как порох. Чем это грозит полуострову? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что аграрии Крыма как никогда в текущем году своевременно и качественно провели работы по подготовке почвы, по размещению озимых культур. Это именно с ними связано сейчас беспокойство по севу их. И, конечно же, надеялись на получение дружных всходов. Но мы не всегда учитываем то, что находимся в зоне рискованного земледелия, где каждые два, а то и три года из пяти – это засушливые. Засухи в различный период проявляются. И вот в текущем году, к сожалению, такая засуха проявилась сейчас в течение трех месяцев последних, включая первую декаду ноября, на территории, например, Симферопольского района, мы получили всего 19,6 мм осадков при среднемноголетнем 116, то есть в 6 раз меньше. А это очень рискованное сказать, положение, которое поставлены посевы озимых культур. Николай Григорьевич, вот мы с вами наверняка знаем, что такое озимы, а вот Тоня, я уверен, что не знает. Могли бы вы пояснить, что такое озимые культуры для тех, кто не в курсе? Ну, речь сейчас более конкретно идет об озимых зерновых культурах. Так вот, зерновые культуры озимые – это те, которые необходимо высевать осенью с тем, чтобы получить всходы, посевы раскустились и в период пониженных температур прошли яровизации. И только в этом случае они в следующем году, то есть весны, формируют хороший урожай. Вот самая отличительная особенность. Ну расскажите, что же предпринимать в таких случаях? То есть, ну да, действительно засушливо. Но у нас же есть всегда выходы. Вы ведь в КФУ разрабатываете такие системы. Вы знаете, есть решения, которые трудно подкорректировать, имеется в виду природы. Вот и в этом случае при соблюдении всех названных элементов, о которых я сказал, которые проверили крымчане, в настоящее время, можно сказать, есть три категории таких посевов. Часть всходов было получено и уже началось кущение, например, озимого ячменя, посевах конца сентября месяца, где раньше выпали осадки, а также, в данном случае, если говорить о Крыме, на территории Черноморского, Раздолинского, Сахского района, где всходы уже получены. И там растение продолжает нормально развиваться. И надеемся, что там будет в дальнейшем формироваться нормальный урожай. Вторая категория – это посевы, когда сев проведен в неравномерно увлажненную почву в силу природных таких ситуаций, и
как выражается сельхозпроизводителей, рваные всходы, неравномерные всходы получены. И вот там, где эти всходы получены, и часть только проросла, либо набухла, спровоцировалась, и сейчас ввиду того, что тепло было в ноябре месяце, могут развиваться плесневые заболевания. Но аграрии протравили все семена. Поэтому надеемся, что это будет минимальный урожай. Такой, не да. Да. И есть третья категория. Это семена, заделанные в сухую почву в силу того, что осадков не было. Они лежат сейчас спокойно. И ждут мы надеемся, дождичка. Что в конце ноября, в начале декабря все-таки осадки выпадут, и всходы будут получены. Спасибо большое. Вообще, на самом деле, у нас немножечко ограничено время, и рассказ был интересный. Я думаю, что никак не повлияет такой засушливый период на сбор нашего урожая, ну и, конечно, наш восход. Но наш эфир продолжается, и стоит двигаться дальше. Я напоминаю, что в гостях у нас был Николай Осенний, профессор кафедры земледелия и агрохимии. Большое вам спасибо, Николай Григорьевич. Вы успокоили крымчан, спасибо. А то уже началась паника. Спасибо и вам. И хорошего урожая. Всем. Спасибо. Ну а наш эфир продолжается, и мы сейчас переходим прямо сейчас в новости интернета. Посидите еще с нами чуть-чуть. Вот это темп! Китайский спортсмен на 6-х международных соревнованиях в Шанхае установил новый рекорд. За 30 секунд он совершил 228 прыжков со скакалкой. На такой скорости она становится практически невидимой. Охота или рыбалка? Зачем выбирать, если можно совместить? Мужчина не знал, чем занять себя на выходных, и взял с собой и удочку, и ружье. Его меткости можно было бы только позавидовать, если бы видео не было построенным заранее. Помидоры на вес золота. Пакистанская невеста вместо ювелирных изделий надела на свадьбу ожерелье из томатов. Девушка объяснила свой поступок. В ее стране слишком высокие цены на красные плоды, поэтому не все люди могут себе их позволить. Интервью с модницей уже набрало десятки тысяч просмотров. Делать домашнее задание скучно. Намного интереснее играть с котом. Именно эту мысль питомец пытается донести до хозяина. Пушистик трется о мальчика и всем телом ложится на тетрадь. Все, чтобы отвлечь ребенка от уроков. Поздравление – самая трогательная часть свадьбы. Несколько лет назад Али попала в аварию и потеряла возможность говорить. Отец невесты выучил язык жестов ради ее бракосочетания. Дочь так расчувствовалась от подарка, что не могла сдержать слез. Собаки, как известно, любят поиграть и побегать до изнеможения, а потом в какой-то момент батарейка у них выключается. Пес так крепко уснул, что даже физические упражнения не способны его разбудить. Ради дамы сердца и в огонь, и в воду, и в холодный снег. Чтобы у жены не замерзли ноги, мужчина вытоптал для нее тропу. Вот она, сила любви. Тоня, ты веришь в силу любви? Верю, но явно твоя любовь ко мне не проявляется. Это ты зря так считаешь. Я думаю, то, что Саша, пока вы смотрели новости интернета, столько нашутился, что я думаю, пора переходить к новостному блоку. Причем новостной блок мы узнаем сейчас о том из Керчи. Ну и в принципе узнаем о том, что же происходит в Керчи. И прямо сейчас с нами на связи Екатерина Рябова. Доброе утро, Катя. Как началось ваше утро? Я думаю, то, что в вашей редакции очень много событий. О чем вы расскажете крымчанам? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Наши корреспонденты керченского филиала уже готовят информационные сюжеты, в которых мы расскажем, с чего началась рабочая неделя в городе-герое. Ну а сейчас поговорим о самовольных строениях. Завершается срок, в течение которого керчане могли узаконить свои объекты. Поговорим сегодня об этом с нашим гостем, начальником управления муниципального контроля Сергеем Горьковым. Сергей, доброе утро. Насколько я понимаю, речь идет о жилых помещениях, о жилых домах. Вот в чем заключается суть проблемы? Доброе утро, кирчане, крымчане. Суть проблемы в том, что через месяц, да, до Нового года есть возможность узаконить свои жилые дома, которые не имеют под собой оформленных должным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации земельного участка. Требования к таким домам. Этот дом должен обязательно быть построен до референдума, до 18 марта 2014 года. Иметь подключение к ресурсоснабжающим
организациям, газу, к свету. Ну, то есть доказывает то, что он функционирует давно уже, до референдума и так далее. Самый важный момент в этом порядке – это именно обратиться с заявлением до Нового года. Вот остался месяц, да, с хвостиком ноября, когда кирчане, крымчане в целом могут подать заявление и начать порядок получения документов под земельный участок, на котором расположено самовольное строение, и на сам жилой дом. Сергей, куда нужно подавать эти заявления и, в частности, каких это объектов касается? Например, может ли идти речь, например, о пристройках к домам? К домам пристройка в целом не узаканивается. Если это пристройка к многоквартирному жилому дому, этот порядок не распространяется. Там распространяются нормы жилищного законодательства. А также этот порядок не касается объектов коммерческого назначения. Магазины, гостиницы и так далее. А куда необходимо обращаться с заявлением? Что необходимо, какие документы надо? В администрацию города Керчи. В администрации города Керчи по приему документов и заявлений назначено управление муниципального контроля 426 кабинет. Каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 17.00 перерыв с 12 до часу. Вот после того, как человек обратился с заявлением, что дальше происходит, какое время это все занимает и нужно ли еще потом заявителю что-то делать? Да, там есть перечень документов, чтобы граждане не путались или не переживали. То есть самое главное прийти к нам, мы дадим форму заявления, напишем заявление, а потом будем разбираться уже, какие документы и приложения, дадим четкую консультацию, да, что нужно, как действовать дальше. А сколько уже таких заявителей у вас в связи с тем, что да, срок истекает, и какое время обычно занимает вся эта процедура? Сейчас на обработке находится 38 объектов капитального строительства, на которые распространяется данный порядок. Три из них уже рассмотрено, и три уже получили земельный участок и по упрощенной схеме получают документы на сам жилой дом. Сергей, а что будет с теми объектами, которые кирчане, ну, крымчане не успеют узаконить вот в оговоренный законодательством срок? В законе написано, что после 1 января 2020 года граждане, которые не подали заявление, должны будут освободить земельный участок и снести строение, которым они пользовались. Поэтому я убедительно всех прошу, да, настоятельно прийти, если вы даже сомневаетесь в том, есть у вас документы или нет, прийти в управление муниципального контроля с документами, мы их просмотрим, проанализируем и дадим ответ, подходит ли он по порядку, есть ли документ, либо нет. В противном случае, чтобы не нести потом имущественных потерь и так далее, нужно обратиться с заявлением. Спасибо за информацию. Сергей, насколько я знаю, в ведении вашего управления также борьба с несанкционированными торговыми объектами, нестационарными торговыми объектами. Вот расскажите, как ведется эта работа, как выявляются вот такие объекты? В администрации города Керчи создана рабочая группа по выявлению таких объектов. Управление муниципальное, которое входит туда, совместно с департаментом городского развития, с отделом торговли, они нам подают информацию о том, об этих объектах, да, мы делаем совместные рейды, составляется акт на такой объект, принимается постановление о демонтаже и передается на принудительный демонтаж в УЖКХ. Если пользователь данного объекта в течение 7 дней добровольно не демонтировал этот объект. Сейчас таких объектов 11 единиц на территории города Керчи. Кто должен демонтировать эти объекты, как вообще все это происходит? Вообще пользователь обязан демонтировать незаконный торговый объект, не являющийся объектом капитального строительства. Но это происходит редко, поэтому о реализации постановления, обязанность по реализации постановления в принудительном порядке лежит на управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи. Сергей, а могут ли кирчане, вот допустим, мне нравится горожанам, что во дворе жилого дома стоит ларек, да? Могут ли кирчане обратиться куда-то, чтобы, вот, допустим, решить этот вопрос? Конечно, могут обратиться в заявление в администрацию города Керчи, либо напрямую в наше управление, управление муниципального контроля. Мы выйдем на место, проанализируем, может быть, у них во дворе стоит и незаконный объект, не имеющий документов, либо мы его приведем. Заставим, понудим, да, пользователя объекта привести его в соответствие с паспортом привязки. И, может быть, жителям уже понравится его внешний вид. Насколько часто такие случаи происходят, когда вот предприниматель незаконно ставит где-то ларек? Ну, очень редко, единично, поэтому их у нас 11 есть.
Ну, это объекты, в том числе, у которых закончились договоры аренды. Договор на право размещения незаконного торгового объекта. Сергей, вот летом убрали, вернее, еще до наступления курортного сезона, убрали все ларьки с горы Митридат. Будут ли там какие-то торговые объекты стоять или нет? Ну, поэтому больше даст департамент городского развития. Ну, они там планируют провести либо ярмарку. Уже, я так слышал, в прокуратуре города Керчи дано положительное заключение. Угу. Так что, думаю, сувениры там будут в любом случае. Спасибо большое за информацию. Я напомню, нашим гостем был Сергей Горьков, начальник управления муниципального контроля администрации Керчи. Я желаю всем крымчанам продуктивной, хорошей рабочей недели. Коллеги, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Ну а мы вам желаем интересного и продуктивного дня. Напоминаем, на связи был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова. Ну а я отправлюсь к своему соведущему Александру Ткачеву. Саш, ну насколько полезная и вообще информация для тебя оказалась? Керчь приглашает всегда таких серьезных гостей. Я надеюсь, что... Информация была очень полезная, хотя пока я не владею никаким земельным участком и подавать мне никаких деклараций не надо. Ну, наверное, это к худшему. Но, с другой стороны, те, кто ими владеет, безусловно, теперь будут знать, что им делать. И в случае чего пойдут куда надо. Да, смотри, в общем, наша соведущая... наша коллега из Керчи обратилась к зрителям вместе со своим гостем. Ну, очень серьезную тему. А я предлагаю обратиться к нашим зрителям немножечко с игривой темой и обратиться к дизайнерам и рассказать о нашей интересной акции, которую проводим мы уже прямо сейчас. А, ты это мне предлагаешь это сделать? Я предлагаю, конечно, сделать тебе, ну потому хорошо, что да сидишь не одна же, я буду работать. Хорошо. Время всех, это я с тобой согласен. Дорогие друзья, дорогие дизайнеры, просто все те, кто креативно мыслит. В нашей компании есть такая интересная идея. Мы хотим сделать невероятную елку, какой еще не видывал просто свет. И для этого нам нужны ваши советы и ваша помощь. Если у вас есть идеи, внизу нашего экрана вы видите сейчас адресочек, email. Пожалуйста, свои письма отправляйте туда с самыми невероятными идеями. Я подчеркну, что наша телекомпания исполнит их. Мы выберем самый необычный, самый яркий, самый праздничный проект. И за счет компании, за счет наших средств выполним это. И вас пригласим к нам в эфир как автора. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Антонина лично будет следить за процессом. Она всю почту прочитывает с большим внимательностью, с большой. И во все будет докладывать. Ну, конечно, на себя одну я такую большую ответственность брать не буду. Я думаю, то, что мы сделаем это коллегиально. Безусловно. Решим. Безусловно. Но, тем не менее, конечно же, все работы. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, звоните нам на наши телефоны. Ну и, конечно же, сообщайте, если у вас есть какие-то трудности, не знаете, с чего начать, начните с чего-нибудь. Чего-нибудь. А дальше... А у меня даже к вам вот есть, например, идея. Вот, например, да, вот просто как в качестве совета. Вот такие вот лампы. Я хочу сказать, что это не просто лампа, это настоящий раритет нашей телерадиокомпании. Когда-то на таких вот лампах строилось все освещение студийное. Вплоть до 2010 года. Надо сказать, что эта лампа 3000 ватт. Настолько она мощная. Ты знаешь, то, что использовалась она еще даже до 2011 года вплоть? И стоило бешеных денег. Разумеется. На ней можно было вполне жарить яичницу, он настолько нагревался. Мы видим впереди себя вот такой вот осветительный прибор. Да. Она, кстати говоря, из него. Сверху на него можно было ставить сковородку. Она настолько раскалялась, что, повторюсь, белок куриного яйца просто сворачивался от этой температуры. Разумеется, стоила она, как ты сказала, больших денег, потому что, если вы обратите внимание, внутри находится спираль накаливания. Она сделана из, дайте посчитаю, 12 очень толстых пружин чистого вольфрама. Это очень дорогостоящий металл. Как мы знаем, вольфрам – это самый тугоплавкий металл в мире. Температура плавления вольфрама какая? Ну, я думаю, что только ты можешь поверить. 3600 градусов. 3600. Поэтому, разумеется, только... Ну, то есть, получается, сейчас эта лампа совершенно непригодна? Безусловно, потому что сейчас современные технологии с приходом России на полуостров заместили вот эти архаичные, тяжелые, высоконагревающиеся лампы. И сейчас все приборы освещения в основном строятся на светодиодах, которые гораздо более эффективны и менее энергозатратны. Ну, ты представляешь, наверное, есть коллекционеры, которые и такие лампы в том числе имеют в своей коллекции. Как ты думаешь? Тони, мне кажется, что ты заболталась, и пора поговорить о заклейке.
Ну, хорошо, в таком случае прямо сейчас предлагаю увидеть небольшое видео, где мы обсудим и переместимся в Гурзуф. Наверное, любители нашего полуострова знают, что это дом-музей и дача Чехова. И, кстати, не просто так мы показываем. Это потрясающее место, очень историческое и очень уютное. Показываем мы его, потому что станет съемочной площадкой эта дача Чехова. Ты бывала там, Тунь? Нет, я там не бывала, но я думаю, что обязательно стоит отправиться, потому что уже не первый раз дача Чехова становится съемочной площадкой. Ты знаешь, эта дача называется «Белый домик», так называемый чеховский. Много читала воспоминаний Чехова, который писал, как он любил это свое поместье. И для него наибольшей радостью было взращивать этот сад. И очень многие деревья, которые там до сих пор растут, они помнят руки Чехова. Ну, по-моему, это просто удивительно, что природа Крыма настолько благоприятная и благодатная, что деревья могут жить 100-200 лет и помнить своих хозяев, помнить хозяев и так далее. Потрясающе. Конечно, это не может не удивлять, не поражать, но и, конечно же... Какое самое старое дерево в Крыму? Ну, я думаю, это что дуб. Какой? Дуб, который находится в Массандровском дворце. Нет? Нет. Ну, попытка была. Билет тебе не дам. Мой будет. Действительно, самое старое дерево, это по одним данным, в Никитском саду растет оливка, которая по некоторым подсчетам около 2000 лет. Ее когда-то завезли на полуостров греки. И это, в общем-то, одно из того, что они оставили после себя. Это живой памятник, так сказать, греческой колонизации. А есть другая точка зрения, это более современная точка зрения. На склоне Ай-Петри буквально недавно, то есть уже в этом десятилетии, был найден тис. Тис ягодный, которому тоже около 2000 лет. И если возраст оливки, я ее называю оливка Сократа, которая растет в Нижнем парке Никитского ботанического сада, если ее возраст еще некоторые ученые оспаривают, они говорят, что она гораздо младше, другие напротив, то вот возраст тиса как раз-таки никто оспаривать не будет, потому что он довольно точно подсчитывается. Существует специальная формула: по объему ствола и высоте дерева можно посчитать, сколько же лет прожил этот экспонат живой. Как же я обожаю вести с тобой эфиры, потому что столько нового узнаю и открываю для себя, подчеркиваю. Я знаю, от кого еще ты можешь подчеркнуть новое. Я предполагаю то, что происходит прямо сейчас на улицах города. Да, ты об этом? Да, да, Стефан Филатов с нами на связи. Стефан, доброе утро. Стефан, доброе утро. Надеюсь, что ты не замерз. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня всех, кто присоединился к нашему эфиру. И для многих крымчан, в принципе, для многих людей утро начинается не с кофе, а с пробки. Кстати, вот за моей спиной вы сейчас можете видеть небольшую. Кстати, нахожусь я здесь уже порядка получаса. И вот такие пробки периодически появляются и буквально быстро проходят. Но чем ближе половина девятого, а тем более 9 часов, эти пробки начнутся уже в серьезных масштабах. Кстати, нахожусь я сейчас в районе ЖД вокзала на улице Гагаринская. И здесь... так называемый Гагаринский мост. Сюда я решил не просто так прийти. Дело в том, что этот мост и, соответственно, участок дороги уже совсем скоро, буквально через час, вот в районе 9, как обещают коммунальщики, будет перекрыт. А связано это, конечно же, с ремонтом набережной реки Салгира. И продлится это перекрытие аж 26 дней, порядка 26, насколько я помню, в середине декабря только этот участок дороги откроют. И, соответственно, это надо всем автомобилистам, автолюбителям учитывать и тем, кто пользуется общественным транспортом, потому что теперь, конечно, схема будет строиться иначе, по-другому, на других остановках придется садиться людям в транспорт. И всю эту подробную схему вы можете увидеть воочию на сайте Симферопольской администрации, потому что все-таки кому-то может это доставить некоторые проблемы. И повторюсь, что улица Толстого теперь для движения открыта, так как эту улицу Гагаринскую, Гагаринский мост, обещали перекрыть еще 17 числа, но при условии, что будет улица Толстого готова. Так как она не была готова в назначенный срок, были у коммунальщиков, у строителей, у подрядчика были какие-то проблемы, ремонт задержался на неделю, вот на Толстого он закончился, поэтому сегодня очередь этой улицы. И, конечно же, прошу вас всех это учитывать. Вот движение сейчас все-таки по этой улице еще идет, но это все-таки ложная такая картина обстановки хорошей, потому что, учтите, буквально через час этот участок дороги перекроют. Вот, и я думаю, все вы запомнили. С вами не прощаемся, вернее, прощаюсь совсем ненадолго, коллеги.
Спасибо большое, Стефан, что ты сообщаешь нам такую полезную и важную информацию, находясь на улицах города. Ты, кстати, видел, какой пар у него изо рта? Я думаю, то, что хочется отправиться в теплые страны. Я думаю, то, что следующий сюжет поможет вам правильно собрать чемодан, когда вы отправитесь в свой отпуск. Подготовка к путешествию – одно из основных составляющих комфортной поездки. Нередко именно от предварительной подготовки зависит, сможете ли вы с легкостью перемещаться в незнакомой местности и спокойно осматривать достопримечательности. Прежде чем начать собирать вещи, вы должны определиться с целью поездки. Длительный отдых, деловая командировка и перемещение по городу в автобусе или пешком. Выбрав наиболее подходящий саквояж, приступаем к упаковке. Вот тут-то и начинается самое интересное. В багажную сумку никогда ничего не помещается. А еще и место под сувениры надо оставить. Еще один совет начинающим путешественникам. Прежде чем вы приступите к сборам, вам необходимо составить список вещей, которые вы возьмете с собой в путешествие. Для этого вам понадобится блокнот и ручка, либо смартфон. После чего походите, подумайте и вычеркните половину ненужных. Если вы берете с собой хрупкие предметы, то не забывайте завернуть их в мягкую одежду и поместить в середину чемодана. Скрученные в рулон вещи занимают меньше места в вашей багажной сумке. Также не забывайте о том, что в обуви есть место, которое необходимо использовать, иначе оно просто пропадет зря. Если вы будете лететь в самолете, то самые тяжелые вещи лучше надеть на себя. Так багаж будет легче. И не забудьте взвесить чемодан после того, как вы его собрали. Для того, чтобы собраться в небольшое путешествие сроком до недели, вам необходимо несколько комплектов нижнего белья. Вот такая вот небольшая косметичка, куда входит аптечка, расписанная по дням. Средства личной гигиены объемом до 100 мл. Зарядное устройство. И дезинфекция для рук. Также будет не лишним с собой взять вот такую вот подушечку, которая убережет вас от головных болей. Если вы будете путешествовать самостоятельно, то постарайтесь по возможности проконсультироваться с туроператором. Он подскажет вам нюансы, о которых вы могли даже не задумываться. В некоторых странах присутствует обязательный лимит денежных средств, который должен быть у туриста при пересечении границы по прилету. То есть, ну, к примеру, в Таиланде есть правило, что у каждого человека наличными средствами должно быть не менее 800 долларов. И, конечно же, у каждого человека есть свой список самых важных вещей для путешествия. Дождевик, который у меня просто огромный, он как рыбацкий плащ. Ни разу в жизни им не пользовался. Валик и банка красок. Что-то противозаконное. Холодное оружие, например. Ролик для пресса. Ну, наверное, самое главное, без чего ваше путешествие может не получиться, это паспорт и билеты, которые можно оставить в спешке дома. Поэтому попытайтесь выделить достаточно времени на сборы. Все необходимые вещи я собрал и готов к путешествию на Мальдивы. По приезду расскажу, как там было интересно. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Наконец-то мы снова с вами встретились. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. Напоминаем, что прямо сейчас в эфире сразу на двух каналах. Первый крымский, Крым-24. Работает Антонина Шитова и Александр Ткачев. Последние несколько минут, когда мы ждали вас, дорогие друзья, мы так соскучились по вам, по вашим добрым лицам, по вашим умным взглядам. И, собственно говоря, чтобы наконец-то с вами... Вам немножко составить компанию, мы предлагаем посмотреть небольшой анонс и узнать, что же подготовили наши корреспонденты для вас. Главный атрибут практически любого путешествия – чемодан. Александр Кононов расскажет, как правильно его собрать и при этом не забыть самое важное. Защита прав застрахованных. Как можно получить поддержку, если возникли проблемы при получении медицинской помощи? И зачем нужны страховые представители? Это и не только обсудим с гостем программы. Что делать, если вы потеряли личные вещи? Конечно, искать. Где, знает Дарья Шарипова. Из Екатеринбурга в Евпаторию новый низкопрофильный трамвай проходит обкатку и технологические испытания.
Новости со всех уголков полуострова. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симферополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Хотя Антонина говорит, что я сегодня одет неподобающим образом для новостей, я с ней не согласен, потому что главное, чтобы сердце пело и душа была готова вещать. А как раз я и готов к этому. В Крыму ускоренными темпами продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Очередным этапом в его развитии стало открытие нового полотна в поселке Гвардейское. Порядка 10 километров качественного асфальта уже готовится к сдаче в эксплуатацию. Подробности знает наш корреспондент Николай Уваров. По этой дороге каждый день ездят школьные автобусы, проходящий транспорт. Несмотря на статус проселочной, ее значение сложно переоценить. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» – это комплексное решение по восстановлению, строительству и реконструкции второстепенных и разгрузочных дорог. К примеру, вот это полотно на улице Бирюкова в Гвардейском было обычной двухполоской. Сейчас здесь, как говорится, есть где разгуляться, и осталось дело буквально за разметкой. На сегодняшний день 90% общего плана в рамках проекта реализовано по всему полуострову. К концу года эта цифра достигнет 100. Темпы работы опережают график. Если подрядчик выполнил некачественные работы, значит, ему придется за свой счет затратить средства на, грубо говоря, фрезерование некачественного покрытия и укладку нового уже за свой счет. Важной особенностью в строительстве подобных дорог является качество асфальта. В его состав входит специальный бетон. Основа укладывается в несколько слоев, что исключает проседания. Достаточно хорошо отработали подрядные организации. Были ряд замечаний, которые выявлялись в ходе строительства, но они все устранены, поэтому достаточно хорошо отработали. Очень нравится, что наши подрядчики и строительный контроль, нарабатывают, навыки работы достаточно оперативно. В уходящем году дороги нового поколения появились во всех регионах полуострова. Особенно актуальными они стали для пригорода, где движение транспорта особенно перегружено из-за близости к центру. Мы съехали сегодня с московской трассы, да, и мы заметили, что ехали по плохой дороге. Конечно, когда съезжаешь с плохой дороги на хорошую, контраст ощутим. Поэтому мы думаем, что результатами нацпроекта как раз-таки должна быть удовлетворенность жителями, качеством их жизни. Около 10 километров нового участка в поселке Гвардейское построили с опережением графика. Министерская проверка высоко оценила труд дорожников. Строительство автодорог не ограничивается укладкой одного лишь асфальта. Ремонт коммуникаций, новые остановки и фонарное освещение – все это входит в рамки национального проекта. Уже сегодня определены средства и задачи по развитию проекта на грядущий 2020 год. Его актуальность была доказана в уходящем 2019-м, а значит, перспективы строительства новых дорог на полуострове самые многообещающие. Николай Уваров, Олег Черемисин, Новости 24, Симферопольский район. В Ялте завершился первый полуфинал проекта «Таланты». Это единственная в Крыму площадка, на которой дети заявляют о себе на всю республику. Из нескольких сотен участников со всего полуострова осталось 12 сильнейших. Один день главного крымского талант-шоу в репортаже Лилии Виджат. На сцене Денис Кучер исполняет номер из кинофильма «12 стульев». Чтобы было не только красиво, но и тепло, ему специально для выступления связали шарф. Аксессуар дополняет знаменитый образ и помогает уверенно держаться на сцене. И надеюсь, что пройду дальше, стану на ступеньку выше, буду показывать новые образы. О своем хобби Владислав Дзей рассказывает на весь полуостров с другом. В Ялту приехали из Евпатории. Вместе прошли предкастинги, научились справляться с волнением перед публикой. На сцену уходить не страшно? Тебе как ты справляешься с переживаниями? Не знаю, не очень страшно. Я, если переживаю, я просто в заходах и все. Стать звездой экрана и получить ценный приз. Кстати, какой? Пока секрет. На площадках шоу три направления – вокал, хореография и оригинальный жанр. После отборочных туров по всему Крыму в первый полуфинал вышли 12 наилучших. А вот это закулисье главного крымского талант-шоу. И, конечно, больше всего здесь, наверное, операторов, потому что съемка непрерывна, они постоянно друг друга меняют. Влад, привет, извини, пожалуйста, со скольки здесь работаешь сегодня? С 7 утра. До скольки планируешь? До победы. Вот видите, здесь все до победы. И, конечно, здесь очень много родственников и близких наших участников, которые каждую минуту переживают за своих детей, за своих участников, выступающих. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто у вас на сцене?
сейчас выступать? На сцене Мадина, наша ученица. Моя супруга Сусанна, ее педагог. Вот мы выступаем. Что чувствуете, вот, находясь здесь? Ну, волнуемся. Волнуемся. Как будто сами на сцене, правда? Ну, можно и так сказать, да. В первом полуфинале жюри замечает интересный факт. Участники помладше выкладываются на полную, а постарше не всегда могут раскрыться. Возможно, осознают, что на них смотрят тысячи зрителей. Все ребята сильные. Вот смотрим, пытаемся выявить лучших. Я думаю, не мне одному сложно это сделать, ребятам тоже. Поэтому... Нам очень сложно это сделать, потому что 12 номеров, все абсолютно разные. И понять, кто из них... лучше, хуже, кто из них поет, кто из них лучше танцует, кто лучше номера придумал, а кого-то и костюмы еще гораздо лучше, да? Вообще непонятно, как правильно оценить. «Таланты» — это авторский проект Первого Крымского. Шоу продолжает набирать обороты и раскрывать творческий потенциал детей до 14 лет. Судьям нравится, детям нравится, это только первый полуфинал. Мы только в середине съемочного процесса. Я думаю, что впереди зрители ждут еще больше эмоций. Уверен, вы еще не раз сможете удивиться. В финал выйдут только лучшие. Поддержать их приедут и звезды российской эстрады. Имена победителей узнаем в прямом эфире 14 декабря. Лилия Виджат, Седмимет Кукчиев, Новости 24, Ялта. К этому часу у нас вся информация, но мы будем следить за развитием событий и обо всем вам докладывать. Тоня, единственное, о чем я сожалею, что ты не сидишь в жюри шоу «Таланты», потому что такая талантливая, такая красивая, такая умная, достойна сидеть в жюри. Спасибо. Я думаю, то, что это нужно говорить не мне, а Вильдану. Вильдан, если ты нас слышишь, Саша просит. Поэтому в следующий раз, когда вы будете набирать людей, которые оценивают таланты, Саша будет выдвигать меня. Сама я себя, 100%. Конечно, выдвигать не буду, потому что я думаю, что в жюри находятся люди максимально компетентные и те люди, которые разбираются в хореографии, в художественном мастерстве, в вокале, ну и, конечно же, в оригинальном жанре. Когда я начну разбираться в этом профессионально, тогда, я думаю, меня пригласят. Я думаю, что, Тоня, в оригинальном жанре тебе просто равных нет. Ну а что сделать, если люди настолько оригинальные? Просто дивная оригиналка. А ты знаешь, что я хотела бы пригласить еще максимально оригинальных людей присоединиться и стать частью моей компании, ну и, в принципе, компании других оригинальных и креативных людей. Сейчас я говорю о том, что мы набираем и предлагаем поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте свои работы на наш электронный адрес. До Нового года остаются считанные дни, чуть больше месяца, и мы будем отмечать самый волшебный праздник. Но ты же не сказала самое главное. Работы? И вот здесь как раз, дорогие друзья, добавлю свое слово я. Мы говорим, извините за прямую речь, о елках. Придумайте для нас самую оригинальную елку, на какую только способны. Из пластика, из металла, из бумаги, из старых газет, из человеческих волос, быть может, да что угодно. Мы все рассмотрим, все предложения, и выберем самое оригинальное. И оно будет воплощено в жизнь силами телерадиокомпании «Крым». Чувствую я, Саша, то, что ты тоже хочешь поучаствовать в этом потрясающем конкурсе. Кстати, я прослушала, сказал или нет для наших зрителей, что все затраты мы возьмем на себя, то есть телерадиокомпания «Крым». Да, конечно, сказала, ведь это же самое главное, какой же человек будет строить елку за свой счет. Ну, мне кажется, то, что в любом случае найдутся желающие, которые сделают свою оригинальную елку. Ведь ежегодно кто-то удивляет. Открываешь Инстаграм и диву даешься, насколько оригинально и нестандартно подходит даже просто к выбору елочных игрушек. Ну вот, например, к роботам можно подойти нестандартно? Я думаю, что вообще эта тема очень страшна для обсуждения, потому что я переживаю, что в скором времени вместо Антонины Шитовой здесь будет сидеть другой робот. Я, кстати, не исключаю, что уже сидит, потому что ты какая-то сегодня слишком красивая. Наверняка тебя подменили, и сейчас сидит бионический протез такой. Но, полный рост. Саша, ты же знаешь, что я всегда под стать тебе выгляжу. Нет, к сожалению, мне до твоей красоты далеко. А вот что касается роботов, так в этом деле, конечно, мне есть что добавить, потому что у нас есть специальная видеонарезка. Итак, вот такой вот странный, звероподобный титан, читай робот, разобрели в Калифорнийском университете. И он научился бросать мяч и одновременно балансировать, насколько наука все ближе и ближе подбирается к настоящим клонам. Когда-нибудь, Тоня, ты скажешь, что фильм «Атака клонов» — это не просто название, а самое что именно есть реальность. Ну, ты представляешь, какие люди живут в нашем мире. Они разработали этого робота, которого называют Касси, еще в 2017 году. И на протяжении 2 лет они его дорабатывали. Изначально это была просто груда металла. Ну а что мы увидели сейчас? Потрясающе.
Он балансирует и кидает мяч. Но, кстати говоря, робототехника – это одно из направлений будущего, потому что именно благодаря этому в самом скором времени люди смогут минимизировать свои травмы, особенно если будет касаться речь, например, пожаров. Ведь уже существуют машины, способные тушить пожары без участия человека. Это очень важная тема, согласись. Да, я согласна. Я думаю, что явно не мы с тобой должны ее обсуждать. Я думаю, что есть люди, которые уже в этом разобрались. Прямо сейчас вашему вниманию мы предлагаем сюжет, который подготовил наш корреспондент. Готовы? Марш! На сборы у спасателей есть всего 20 секунд. За это время нужно успеть полностью надеть обмундирование и даже автомобиль выгнать из ангара. После того, как на пульт охраны поступил тревожный вызов, в течение 20 минут огнеборцы должны оказаться в зоне тушения пламени. На вызов едут водитель, пожарный, начальник части, либо его заместитель. Даже незначительное на первый взгляд возгорание может обернуться трагедией. Поэтому спасатели заранее просчитывают самые разные варианты развития событий. Что на вас за костюм? Это теплоотражающий костюм. Он служит для защиты кожных покровов. Можно работать при температуре 200 градусов не больше 10 минут. И при открытом пламени, там 20 секунд, не более 20 секунд, при температуре 400 градусов. В пожарно-спасательной части села Почтовая Симферопольского района с недавнего времени автомобильный модельный ряд пополнился новой техникой. Теперь у бойцов в автопарке две машины – ЗИЛ 1983 года и КАМАЗ 2018. Преимущество данного автомобиля в том, что он вывозит намного больше пожарно-технического вооружения, воды и пенообразователя. Поэтому автомобиль очень удобный во всех отношениях. Углекислотные огнетушители, пожарные рукава первой и магистральной помощи, теплоотражающие костюмы, ножницы для резки арматуры большого диаметра, гидравлический аварийно-спасательный инструмент – то, чем оснастили новую машину. Сейчас мы находимся в пожарном автомобиле класса Евро-5, и он оснащен различными приборами. Здесь есть и громкоговоритель для подачи звуковых сигналов, и стационарная рация, и переносные рации. А вот это – пульт управления боевым отсеком, где находится насос высокого давления. Казалось бы, что с наступлением холодов количество пожаров должно уменьшиться, но работы у спасателей меньше не становится. Во многих селах обогреваются с помощью печного отопления. В 2019 году выездов у нас было 243, из них 70 выездов на пожары, профилактика 31 выезд, ложных вызовов у нас было 11, и остальное, значит, мы отрабатывали пожарно-тактические занятия, ПСП, нормативы. Чтобы не допустить возникновения пожара, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила техники безопасности. Если вы были где-то в лесу на пикнике, не забывайте тушить костер за собой. А дома внимательно обращайтесь с газовыми и электрическими приборами. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Да, Саша, действительно, внимательность превыше всего. Это касается не только пожарной техники безопасности, но и вообще всего на свете. Антонина, как ты считаешь, а вот погода важна в спасательном пожарном деле? Безусловно, погода. Не только в спасательно-пожарном, пожарной теме, но и вообще в целом погода по настолько по жизни важна. Эта информация полезна будет для тех, кто не знает, что надеть. Поэтому прямо сейчас я вам хотела бы рассказать, какой прогноз погоды ожидать по Крыму. И что же надеть, если вы еще находитесь дома? Прогноз погоды по Симферополю. Переменная облачность без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, днем до 9 градусов тепла. В Севастополе облачно, ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, днем столбики термометров поднимутся до 11 тепла. На южном берегу Крыма будет малооблачно, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс
+9, днем до 10 градусов тепла. В Керчи 25 ноября облачно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью +3, днем столбики термометров покажут до 5 градусов тепла. В Армянске сегодня ожидается пасмурная погода, без осадков, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, днем до 3 градусов тепла. В принципе, погода радует, с учетом того, что сейчас уже заканчивается ноябрь, ну а погода, она еще со знаком плюс. Далее, я думаю, что будет интересна информация не только для тех, кто ездит на своем личном автомобиле, но и для всех, кто любит владеть и оперировать информацией. Цены на топливо. На сегодня газ стоит 23 рубля 27 копеек. Дизельное топливо 50 рублей 1 копейку. За 92-й бензин придется отдать 44 рубля 57 копеек, 95-й 48,95, но за 98-й придется выложить 56 рублей 31 копейку. Ну а чем расплачиваться, решать вам. Но я думаю, то, что все-таки рублями. Информация для тех, кто следит за курсом валют, будет максимально полезная. Ну и я думаю, то, что даже позитивная, потому что доллар упал. Составляет сегодня 63 рубля 71 копейку. Евро тоже снизилось, 70 рублей 52 копейки. Вот такие позитивные новости. Я надеюсь, то, что они вам понадобятся, все эти новости. И я думаю, то, что в любом случае вы найдете, кому рассказать и о топливе, и о курсе валют, ну и, конечно же, о погоде. Вот, Александр, ты расскажи мне, кому ты сейчас прям можешь позвонить и сказать: ребята, на улице холодно или на улице тепло, надевайте шарф, перчатки. Я сейчас гораздо о другом подумал. Я подумал, что кому бы я сейчас мог позвонить и сказать: ребята, доллар упал. Ну, у тебя есть такие друзья, но мне кажется... Нет, к сожалению, друзей олигархов у меня нет. По крайней мере, пока. Но ты не переживай. Я думаю, что ты тоже долларами не раскидываешься. Не раскидываюсь. Я человек рачительный. Всегда считаю каждую копеечку. Знаешь, где я этому научился? Расскажи. В интернете. Там ведь на самом деле страшное дело, Тонь. Открываешь интернет, там столько всего. Есть, конечно, хорошие сайты, хорошие новости, а есть просто волосы дыбом на голове становятся. И я тебе хочу сказать, что задача нашей редакции – оградить зрителей от этого некачественного контента. Поэтому самые интересные, самые отборные новости для вас, дорогие друзья. Вот это темп! Китайский спортсмен на 6-х международных соревнованиях Шанхая установил новый рекорд. За 30 секунд он совершил 228 прыжков со скакалкой. На такой скорости она становится практически невидимой. Охота или рыбалка? Зачем выбирать, если можно совместить? Мужчина не знал, чем занять себя на выходных, и взял с собой и удочку, и ружье. Его меткости можно было бы только позавидовать, если бы видео не было построенным заранее. Помидоры на вес золота. Пакистанская невеста вместо ювелирных изделий надела на свадьбу ожерелье из томатов. Девушка объяснила свой поступок. В ее стране слишком высокие цены на красные плоды, поэтому не все люди могут себе их позволить. Интервью с модницей уже набрало десятки тысяч просмотров. Делать домашнее задание скучно. Намного интереснее играть с котом. Именно эту мысль питомец пытается донести до хозяина. Пушистик трется о мальчика и всем телом ложится на тетрадь. Все, чтобы отвлечь ребенка от уроков. Поздравление – самая трогательная часть свадьбы. Несколько лет назад Али попала в аварию и потеряла возможность говорить. Отец невесты выучил язык жестов ради ее бракосочетания. Дочь так расчувствовалась от подарка, что не могла сдержать слез. Собаки, как известно, любят поиграть и побегать до изнеможения, а потом в какой-то момент батарейка у них выключается. Пес так крепко уснул, что даже физические упражнения не способны его разбудить. Ради дамы сердца и в огонь, и в воду, и в холодный снег. Чтобы у жены не замерзли ноги, мужчина вытоптал для нее тропу. Вот она, сила любви. Доброе утро еще раз всем тем, кто к нам присоединился. Я хотела бы сказать, то, что мы сегодня с Сашей выглядим не так мрачно, как вы могли бы подумать. Просто сегодня понедельник, и поэтому мы решили нарядиться немножечко строго. Но мне хотелось бы продолжить эфир. И уже прямо сейчас в нашей студии находится Елена Сидорова. Это генеральный директор «Крыммедстрах». Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Ну, наверное, я бы сказала необычно. Я первый раз у вас в гостях. Ну что ж, надеюсь, не последний, потому что мы рады вас видеть. Сегодня мы обсуждаем очень животрепещущую тему, ведь известно, что здоровье – это то, что беспокоит абсолютно каждого. Скажите, пожалуйста, что есть такое медицинское страхование вообще? Ну так вот, образно, одним словом.
Медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, это возможность получить медицинскую помощь бесплатно, абсолютно на основании полиса обязательного медицинского страхования. Как его можно получить? Вообще всем предполагается? По обязательному медицинскому страхованию застрахованы абсолютно все граждане Российской Федерации, еще некоторые категории, но есть категории исключения. Это военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД и так далее. Вот такие подразделения. Скажите, ну вот, казалось бы, лично я ничего не плачу из своего кармана, но тем не менее полис у меня есть, и если что, я точно знаю, что мне окажут помощь. Откуда берутся деньги? Деньги перечисляет за работающих граждан его работодатель, а за неработающих перечисляет субъект Российской Федерации. Ну смотрите, а если возникли какие-то проблемы при получении медицинской помощи, кому и куда обращаться? Тогда нужно обращаться к своему страховому представителю, в свою страховую компанию. Вот к этому мы вас и подводили. А что и кто есть такой этот медицинский представитель? Это тот, который ходит по врачам и говорит, вот у меня самые лучшие таблетки? Нет, я сейчас говорю о страховом представителе. Страховой представитель – это сотрудник страховой медицинской организации, который занимается тем, что как раз организует информационное сопровождение граждан, организует оказание им консультативной помощи, какую-то оперативную помощь при необходимости оказывает, организует проведение экспертиз, если это нужно. То есть это человек, который профессионально разбирается в организации обязательного медицинского страхования, и если у кого-то возникает необходимость, он может оказать необходимую помощь. То есть, грубо говоря, если бабушку плохо пролечили, как она считает, она может обратиться к такому агенту, и он разберется, плохо ее лечили или хорошо? Это абсолютно правильно. Если у человека возникают какие-то проблемы, в том числе он считает, например, что ему некачественно оказали медицинскую помощь, или, например, его вынудили заплатить за то, за что он не должен был платить, тогда человек обращается в свою страховую компанию, пишет заявление, это заявление рассматривается, проводится экспертиза при необходимости, и если выясняется, что жалоба человека вполне обоснована, тогда в медицинскую организацию направляется акт экспертизы с рекомендациями по устранению этих нарушений. Если это было взимание денежных средств, значит, тогда медицинская организация предписывается эти денежные средства вернуть. Если это жалобы на, например, качество медицинской помощи, тогда предписывается, что необходимо сделать, то, что не было сделано для пациента, проведение каких-то обследований, например, или организация каких-то консультаций врачей и специалистов. Именно так это и происходит. То есть, если человека недообследовали, то после выяснения обстоятельств, если они таковыми окажутся, то ему могут оказать недополученный комплекс услуг. Да, все верно. Ну, то есть частных это абсолютно никак не касается. Это касается только государственных учреждений, где мы проходим лечение по полису страховому. Вы имеете в виду частные медицинские организации? Да. Нет, у нас есть частные медицинские организации, которые работают в системе ОМС. Для того, чтобы медицинская организация начала работу в системе ОМС, она должна заявить об этом в своем желании специальным способом. Об этом медицинские организации знают. И если медицинская организация частной формы собственности решила оказывать эту помощь, тогда она наравне со всеми остальными может заявиться и оказывать ту помощь, которую она в состоянии оказать. Скажите, насколько активно и с каким желанием идут частные лица на контакт вот с системой ОМС? Я имею в виду частные предприниматели. Частные медорганизации идут, потому что у нас на сегодняшний день, например, и гемодиализ оказывается в медицинской организации частной формы собственности, и высокотехнологичные виды медицинской помощи там оказываются, и экстракорпоральное оплодотворение, и обычная амбулаторная помощь, там, в том числе стоматологическая, идут. Поэтому если возникают какие-то вопросы, проблемы, вот неважно, где человек получил медицинскую помощь, хоть в частной, хоть в государственной медорганизации, он все равно может в страховую компанию, к страховому представителю, да, не к агенту, к страховому представителю именно обратиться и получить необходимую консультацию. Вы знаете, я бы хотел, скажем так, внести некоторую ясность. Очень многие люди думают, что у нас медицина бесплатная. Ведь это же ошибочно. У нас медицина не бесплатная. Она оплачивается, но за счет компаний страховых. Медицина для наших людей, она бесплатная.
Но, естественно, медицинские организации, они получают деньги за ту работу, которую они провели. Эти деньги, как я уже говорила, складываются вот из тех денежных средств, которые поступают и от работодателей, и от страхователя неработающего населения. Медицинские организации ежемесячно подают счета в страховые компании и получают деньги за оказанную помощь. Мне кажется, просто я почему вас попросил уточнить, это был такой миф, что вот бабушки вот, все бесплатно. Нет, к сожалению, ничего бесплатного не бывает. Медицина – это высокоточная, высокосложная наука, которая, безусловно, бесплатной быть не может. Кто-то доплатит за нее. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как получить консультацию, как правильно выбрать своего страхового представителя и вообще, в принципе, как понять, нужен он или не нужен? Куда обращаться? Может быть, у вас есть какой-то адрес, где вы консультируете, или, может быть, ваши сотрудники? Да, каждый застрахованный, когда он получает медицинский полис в страховой компании, то вместе с медицинским полисом он получает памятку для застрахованных лиц. В этой памятке, помимо того, что прописаны его права и обязанности, указаны все контактные данные его страховой компании, в том числе телефон горячей линии. Поэтому можно обратиться на горячую линию страховой компании, можно прийти в офис, написать. Сейчас, вот уже в этом году, у нас появилась такая новая возможность обратиться к своему страховому представителю. Это телефоны прямой связи. Они у нас в поликлиниках расположены. Сейчас уже 15 телефонов по всему Крыму, и до конца года планируется еще дополнительная установка. То есть, если человек находится, например, в медицинской организации, у него возникла какая-то сложность, возник какой-то вопрос, он может просто снять трубку, нажать на кнопку с названием своей страховой компании, и, соответственно, ему на том конце провода ответят. Но если вдруг человек по какой-то причине запамятовал название страховой компании, тогда он, в принципе, может на любую кнопку нажать с любым названием, он консультацию все равно получит. Ну, либо если вопрос находится не в компетенции страховой компании, тогда он получит информацию, куда ему нужно с этим обратиться. Есть возможность, кроме этого, обратиться лично к страховому представителю, так сказать, глаза в глаза. Потому что есть такой у нас метод работы – это дежурство страховых представителей в медицинских организациях. По утвержденному графику с определенной периодичностью страховые представители в медорганизациях дежурят, поэтому можно подойти там и получить их консультацию. Ну и еще один вариант для так называемых, ну, наверное, маленьких, скажем, медицинских организаций, ФАПов, амбулаторий, туда страховые представители осуществляют тоже периодические выезды. Вот завтра, к примеру, у наших страховых представителей три выезда. Новоселовскую амбулаторию Симферопольского района и в два фельдшерско-акушерских пункта. В Белогорском районе село Русаковка и Розовое, это Алушта. Поэтому если у жителей этих сел возникнут какие-то вопросы или есть вопросы, они завтра могут подойти с 9 часов утра и получить консультацию страхового представителя. Ну, наш эфир подходит к концу, но я все равно хотела бы задать еще последний вопрос. Мне очень интересно. Вы уже существуете на протяжении нескольких лет. Как у вас по статистике, ну, примерно, возрастает, увеличивается, либо наоборот падает желающих, количество желающих обращений? Количество обращений растет. Не боятся люди? Растет постоянно, нет, люди не боятся, люди обращаются. Много вопросов, связанных не только с тем, что у человека сложности какие-то возникли при получении медицинской помощи, но вот именно консультативных, когда люди хотят получить медицинскую помощь, но не знают, например, с чего начать, куда пойти, где получить ту или иную услугу. Много вопросов по диспансеризации задают. Поэтому количество обращений растет значительно, и это очень хорошо. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши жители обязательно будут обращаться, не будут бояться. Ну а я напоминаю, была у нас в гостях сегодня Елена Сидорова, генеральный директор Крыммедстрах. Спасибо большое за беседу. Ну а мы продолжаем наш эфир. И хотелось бы сказать, конечно же, здоровье найти очень сложно. Главное его не растерять. Но следующий сюжет будет о потерянных вещах, которые найти еще будет можно. Зашел в автобус с сумкой, а вышел уже без нее. Ситуация, знакомая многим. По результатам опросов, общественный транспорт занимает первое место по количеству забытых вещей. Телефоны оставляли. Дорогие телефоны? Телефоны, да, пару раз дорогие было, я звонил, мы встречались с хозяином, я давал. Вот кошелек оставили сегодня. Ничего крупного нету, положил, буду до конца дня ездить, если там кредитные карточки, банковская карточка лежит. Документы, гаджеты и бумажники – те предметы, которые теряются чаще всего.
В основном из-за невнимательности. Ехала в маршрутке, телефон был при мне. Когда вернулась домой, уже увидела, что он пропал. То ли я его где-то выронила или положила мимо кармана, то ли кто-то его взял. Начала звонить по своему номеру, но телефон сразу же выключили. Наверное, кто-то его присвоил себе. У меня там было много фотографий, всевозможной информации. Конечно, было очень жаль, что не вернули. Зная время и место происшествия, шансов вернуть вещь больше. Если быстро среагировать, можно обнаружить ее нетронутой. Но чаще бывает наоборот. Ценные предметы легко находят себе нового владельца. В таких случаях надо помнить, не все, что лежит без присмотра, следует забирать себе. Если человек нашел какую-то вещь, ценную вещь, тем более в общественном месте, тем более если он нашел это где-то на людной улице, к примеру, денежные средства недалеко от банкомата, то, безусловно, законопослушный гражданин обязан вернуть утерянную ценность законному владельцу. В противном случае это будет истолковано как кража. Раньше утерянные вещи сразу относили в полицию или бюро находок. Сейчас люди самостоятельно пытаются найти хозяина. В этом им помогает глобальная сеть. Вводим в поиске находки и название своего города. И нам открывается множество сайтов и сообществ в социальных сетях. Вот у кого-то украли телефон, просит вернуть за вознаграждение. А эта девушка нашла браслет и готова отдать хозяйке. Среди этих объявлений может найтись и ваше имущество. Обнаружили чужую собственность? Попытайтесь найти ее хозяина, и тогда вас может ждать не только денежное поощрение, но и искренняя благодарность человека, который уже и не надеялся вернуть себе любимую вещь. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов, «Утро нового дня». Ну, вновь с нами на связи наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. Он находится на улицах Симферополя и, кажется, готов к нам подключиться, ворваться в наш эфир, так сказать. Стефан, доброе утро. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Тоня. Всем, кто нас смотрит, тоже хочу пожелать доброго утра. Сейчас я нахожусь на площади Ленина и хочу вам сказать, что становится все-таки чуть-чуть теплее, потому что с утра, как я говорил, самого раннего была минусовая температура, потом плюс 3. Сейчас, наверное, недалеко от плюс 3, но все-таки потеплее. И, соответственно, людей уже становится больше на улицах крымской столицы. Кстати, думаю, что даже в самую плохую погоду в это время людей становится больше, потому что всем вскоре на работу, на учебу. И знаете, кстати, чтобы не мерзнуть, есть небольшой лайфхак. Хорошо до работы, это ученые, кстати, советуют, и врачи, медики, до работы съесть хотя бы немножечко сала, потому что все-таки в холодное время года организму эти жиры нужны. Тогда организм будет дольше держать тепло, которое вы из дома с собой через улицу проносите на работу, либо на учебу. И, кстати, о сале. Совсем скоро, до конца еще этого года, до конца 2019-го, можно будет сало купить хорошее, качественное, самое разнообразное, по разным ценам. Это, конечно же, говорит о том, что до конца года пройдут в Симферополе еще целые две ярмарки. Пока что числа этих ярмарок еще неизвестны, информация согласовывается. Тем не менее, уже ясно, что места, эти улицы, на которых пройдут ярмарки, перекрывать из-за них дороги и районы даже, возможно, не придется. То есть на комфорте людей, горожан, это, в принципе, никак не отразится, но, тем не менее, ажиотаж будет, все мы это знаем, кто же ярмарки не любит. И, тем более, как видите, холода, это актуально. И если вы сидите на диете, то, знаете, если вы чувствуете себя, может быть, немножечко устало или не узнаете себя, то все-таки в холодное время года лучше с этим повременить. Если организм требует нормальной пищи, нормального питания, то уж не отказывайте ему, потому что трудоспособность пропадет, ну и все тому подобное. Поэтому еще раз хочу нашим телезрителям пожелать доброго утра, продуктивной недели, хорошей недели. Саша, Тоня, передаю вам слово. Спасибо, Стефан. Ну вот интересно, конечно, хайф-лайф. Лайфхак. Хайф-лайф, да. Съесть кусочек сала. Я знаю, что Тони действует несколько иначе. Съедает обычно колечко кровяной колбаски. Да, неужели Тони помогает? Саша, я не знаю, на самом деле, может быть, ты знаком с другой Антониной, потому что я так не завтракаю. Я вообще, в принципе, не завтракаю, потому что пока еду на работу, конечно, могу успеть выпить чашечку кофе, либо пока собираюсь и готовлюсь к эфиру, чтобы... Ну, я знаю, что для тебя питье кофе — это целый ритуал. То есть просто так
на пару, на специальных там зернах, песках ты это завариваешь. Да, то есть, ты знаешь, разумеется, что... столько времени тратить на заварку кофе, там и позавтракать не успеешь. Там не то, что не успеваешь кусочек колбаски съесть, ты его отрезать просто не успеваешь, потому что нужно правильно помолоть кофе. Конечно же, нужно его заварить, либо это воронка, либо это аэропресс. Ну и в зависимости от того, какое зерно, в зависимости от того, какой ты хочешь получить эффект, бодрость, либо ты хочешь просто постепенно просыпаться. Все зависит от того, как ты заваришь целая кофе. Наука, целая наука. Тоня, вот скажи, я знаю, что вот Министерство русского языка пошло на, так сказать, сделку с совестью. Теперь так. Кофе может быть как мужского, так и среднего рода. А ты к какому относишь его роду? Ну, я всегда говорю, что кофе, он мой. Только твой. Только мой. Только мой кофе, делиться ни с кем не буду. Но, кстати, кофе делиться, наверное, не придется. Поделюсь с вами лучше интересными кадрами из интернета. Прямо сейчас вы на своих экранах можете увидеть такую позитивную белочку. Знакомы мы с ней уже, ну, наверное, если кто следит за Инстаграмом и кто является вообще фанатом этой социальной сети, наверное, вы могли бы заметить, что существует и живет в Инстаграме. Это бельчиха с 2012 года. Ну, нужно сказать, что у нее интересная судьба, ее спасли. Спасли ее от урагана, и с тех пор хозяйка души в ней не чает и наряжает ее как принцессу, и кормит ее вкусняшками всякими. Ну, как... ты представляешь, у нее больше 640 подписчиков. Тысяч или? Тысяч. Ого. Ну, я ничему не удивляюсь, потому что в наш шумный век, в наш безумный век, чего только не произойдет. Кстати говоря, ты знаешь, я хочу к своим коллегам обратиться, которые сейчас находятся в Евпатории. Может, они что-то интересное расскажут. Может, у них там тоже какие-то ураганы, какие-нибудь не белочки. Дай бог, белочки. Ведь столько всего интересного в мире происходит. Прямо сейчас с нами на связи коллеги из Евпаторийского филиала. Давайте узнаем, что же происходит в западной части полуострова. И об этом нам расскажет Анастасия Егорцева. Настя, доброе утро. Что вы сегодня приготовили для телезрителей? Уходи из кадра. Анастасия, ну, бывает всякое, это все-таки жизнь, это все-таки прямой эфир. На самом деле, ведение прямого эфира – это всегда сложно, потому что здесь бывают самые необычные вещи. И вот Анастасия Егорцева вновь на связи. Новый трамвай. Достаточно долго мы этого ждали. Это для нас историческое событие. Сам вагон модернизированный, современный, под нашу колею разработан. Отвечает требованиям программы «Доступная городская среда», обеспечивая безбарьерный проезд малоподвижной категории граждан и мамочкам с детьми, что как бы важно для детской здравницы. Рядом с нами директор трамвайного управления Михаил Клещенок. Михаил Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, тестили уже новый вагон? Сейчас трамвай проходит процесс сборки. У нас есть определенные сложности с доставкой необходимых комплектующих. Трамвай пришел. Пришел основной корпус и пришли две тяговые тележки. Сейчас он стоит на колесах. Уже поставлены новые двери, оборудование проведено. Но вот осталась последняя, как говорится, ступенька, последний этап – это в трамвай вдохнуть жизнь, подключить его к внешнему источнику питания, для того, чтобы он вышел на линии города. А в чем проблема? Почему мы не можем его подключить? Ну, сейчас у нас заминка с комплектующими. У нас банально получается, что специалисты с Уралвагонзавода, когда ехали в командировку в Евпаторию через Москву, потерялся багаж. Багаж с инструментом, багаж, в котором были тоже запчасти. Вот. Сейчас приняты меры к розыску этого багажа. Поэтому в ближайшее время мы сами ждем этого результата. И от нас тоже ждут и местные жители, и наше руководство, чтобы он вышел на линию. Скажите, кроме этого, и специалисты тоже, да, едут со стороны? Или наши специалисты подходят? У нас трамвай состоит из разных систем, в том числе электроснабжение, технической части, механической. В основном собирают, конечно, специалисты Уралвагонзавода, но наши тоже оказывают помощь посильную. Ну, бывает просто банально, мы даже предоставляем транспорт для того, чтобы купить болты и гайки, метист, съездить в магазин. То есть у нас такой симбиоз, мы дружно собираем этот трамвай. То есть сейчас пока технические, да, такие моменты, мы ждем этого события. Мы сами очень ждем, поэтому для нас это не просто хороший повод сказать, что у нас появился новый трамвай. Это трамвай, который не выпускался больше 30, а может 50 лет. Он достаточно уникальный, он подходит только для линии города Евпатории. Потому что у нас, я повторюсь, у нас вообще уникальная трамвайная сеть,
что у нас очень маленькие радиусы кривых. У нас особенность то, что она одноколейная, что у нас разъездные карманы, в которые трамвай должен формата входить, чтобы два трамвая разъехалось. Ну и, конечно же, вы правильно сказали, что обеспечение удобства маломобильных граждан, то есть это и откидывающиеся парели, и система кондиционирования у нас там. Мы ждем каких-то не просто положительных эмоций, а именно такая очень важная, событие для города всего, даже в рамках нашей Евпаторийской, развития Евпаторийской, всероссийской детской здравницы. А прежние вагоны, которые сейчас имеются на балансе, скажите, они, у них программа «Доступная городская среда» внедрена или нет? Нет. Но мы что-то пытаемся делать самостоятельно. У нас есть, допустим, мы не можем изменить конструкцию трамвая. То есть, если ступеньки существуют, мы их не можем убрать. Но мы можем обеспечить, допустим, беспрепятственный вход мамочкам с колясками. Мы убираем посредине стоящийся поручень, и поручни организуем и крепим на двери. То есть при открытии есть свободный проход, который можно с помощью пассажира или там, молодого человека, мужа, спутника жизни, зайти в трамвай. А сколько сейчас на балансе трамваев? У нас всего 25, чешских трамваев 19. Ага. И скажите, а процедура, чтобы получить новый трамвай городу, это достаточно долго? Что нужно сделать? Получить навряд ли. Вот купить в рамках реализации программы некоммерческого лизинга, это можно. Но если раньше обсуждался вопрос, а он уже обсуждается порядка 5 лет, и говорилось, что трамвай негде купить, что Крым это секционная зона, то мы изучали, проводили работу, в том числе и с заводами-производителями Штадлер, Швейцария, что такого трамвая нет. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что вот он есть. Да, есть какие-то недочеты. Конечно же, в рамках этой опытной эксплуатации мы сделаем свой отзыв о трамвае. Конечно же, это трамвай не оконченной формации, потому что у нас существуют технические условия, у нас трамвай должен быть универсальный для всех маршрутов, он должен двухкабинный, на две стороны двери, потому что, если вы знаете, у нас не везде получается высаживать на тротуар. У нас есть остановки, особенно это проспект Ленина, где мы осуществляем посадку и высадку пассажиров с проспекта Ленина. Поэтому вот этот момент можно исключить, добавив с другой стороны двери. А вот еще такой вопрос. В социальных сетях ходила новость, что трамвайное управление передадут в республику. Сейчас оно муниципальное. Это так, не так? То есть какая судьба нашего евпаторийского трамвая и ждет ли реконструкция путей? На протяжении долгих лет, он каждый год поднимается этот вопрос. Есть четкая позиция меня, как руководителя, потому что я знаю все проблемы, связанные, скажем так, с объединением, укрупнением. Есть четкая позиция совета, главы города, главы администрации, главы совета Олеси Викторовны. Она неоднократно, и в прошлый раз, когда нас пытались передать в республику, под республиканское управление, вставала, я так считаю, что это защита. Спасибо ей огромное, это оценил и трудовой коллектив, и мы. Мы сейчас можем сравнить, в каком состоянии весь электротранспорт в республике. На данный момент, какие бы сложности у нас не были, финансовые проблемы, но у нас нет ни задолженности, ни кредиторской задолженности, ни за коммунальные услуги, ни по заработной плате. А что касается развития? То есть достаточно уже ветхие пути, да. Будет ли реконструкция? У нас сейчас проект вернулся в город, проект реконструкции трамвайных путей. Это федеральная целевая программа, на это деньги есть. Проектировщик, это градпроект, город Волгоград, заходит в государственную экспертизу. После этого будет реализация этой уже, и в том числе реконструкция. Что касается покупки трамваев, у нас есть опыт жилищно-коммунального хозяйства, когда транспорт для обслуживания мусороуборочную технику купила республика и передала в эксплуатацию
нашим предприятиям. Кроме этого, вкратце давайте обсудим, что появятся еще и новые направления, да? Новые остановки. В поселке пойдет. Мы включили в генеральный план развития города развитие приоритетных маршрутов. Это Заозерка, поселок Исмаилбей, вот, и Солнышко. Вот. Это, конечно, радует, что наша достопримечательность развивается. Михаил Владимирович, мы вам желаем удачи. Всегда рада вас видеть в этой студии, а если с хорошими новостями, так тем более. Спасибо. Коллеги, я передаю вам слово. Мы продолжим следить за развитием Евпатории и держать вас в курсе. Большое спасибо, Настя. Желаем вам хорошего дня и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Егорцева. Ну что, собирай чемоданы, как говорится. Бери чемоданы, езжай в Евпаторию и кататься на трамвае. Кататься, еще раз кататься, как завещал. Слава богу. Кто завещал? Я вот как раз задумался. Кто-то. Кто же мог? Пускай я. Ну хорошо. Но мне крупно повезло, потому что наш корреспондент Александр Кононов снял сюжет о том, как правильно собрать чемоданы, если ты отправляешься в дальнее путешествие, если ты отправляешься просто на выходные, либо куда-то на прогулки в другие страны, другие города. Поэтому я прямо сейчас посмотрю сюжет и отправлюсь собирать чемодан. А дальше Евпатория, жди меня. Подготовка к путешествию – одно из основных составляющих комфортной поездки. Нередко именно от предварительной подготовки зависит, сможете ли вы с легкостью перемещаться в незнакомой местности и спокойно осматривать достопримечательности. Прежде чем начать собирать вещи, вы должны определиться с целью поездки. Длительный отдых, деловая командировка и перемещение по городу в автобусе или пешком. Выбрав наиболее подходящий саквояж, приступаем к упаковке. Вот тут-то и начинается самое интересное. В багажную сумку никогда ничего не помещается. А еще и место под сувениры надо оставить. Еще один совет начинающим путешественникам. Прежде чем вы приступите к сборам, вам необходимо составить список вещей, которые вы возьмете с собой в путешествие. Для этого вам понадобится блокнот и ручка, либо смартфон. После чего походите, подумайте и вычеркните половину ненужных. Если вы берете с собой хрупкие предметы, то не забывайте завернуть их в мягкую одежду и поместить в середину чемодана. Скрученные в рулон вещи занимают меньше места в вашей багажной сумке. Также не забывайте о том, что в обуви есть место, которое необходимо использовать, иначе оно просто пропадет зря. Если вы будете лететь в самолете, то самые тяжелые вещи лучше надеть на себя. Так багаж будет легче. И не забудьте взвесить чемодан после того, как вы его собрали. Для того, чтобы собраться в небольшое путешествие сроком до недели, вам необходимо несколько комплектов нижнего белья. Вот такая вот небольшая косметичка, куда входит аптечка, расписанная по дням. Средства личной гигиены объемом до 100 мл. Зарядное устройство. И дезинфекция для рук. Также будет не лишним с собой взять вот такую вот подушечку, которая убережет вас от головных болей. Если вы будете путешествовать самостоятельно, то постарайтесь по возможности проконсультироваться с туроператором. Он подскажет вам нюансы, о которых вы могли даже не задумываться. В некоторых странах присутствует обязательный лимит денежных средств, который должен быть у туристов при пересечении границы по прилету. То есть, ну, к примеру, в Таиланде есть правило, что у каждого человека наличными средствами должно быть не менее 800 долларов. И, конечно же, у каждого человека есть свой список самых важных вещей для путешествия. Дождевик, который у меня просто огромный, он как рыбацкий плащ. Ни разу в жизни им не пользовался. Валик и банк красок. Что-то противозаконное. Холодное оружие, например. Ролик для пресса. Ну, наверное, самое главное, без чего ваше путешествие может не получиться, это паспорт и билеты, которые можно оставить в спешке дома. Поэтому попытайтесь выделить достаточно времени на сборы. Все необходимые вещи я собрал и готов к путешествию на Мальдивы. По приезду расскажу, как там было интересно. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Уже жду, не дождусь, когда Саша приедет и расскажет, как же там было интересно. Ну, обрати внимание, вот мне, знаешь, что удивило, что Кононов собирается на Мальдивы и взял с собой рюкзачок, а ты в Евпаторию с чемоданом. Ну, потому что девчонки меняют наряды каждый день. Каждые пять минут, а то и несколько раз в день, действительно. Ну, да. На завтрак в одном, вот, пожалуйста, в понедельник деловое, во вторник можно немножечко по расслабленнее в чем-то выступить. Я думаю, что у тебя будет действительно супер тур.
Евпатория, Ялта-Саки. Супер тур. Золотое кольцо Крыма тоже меня будет ждать впереди. Обязательно в это путешествие я возьму тебя с собой. Знаешь, как в той песенке поется? Палец в желтое колечко. Так что, дорогие друзья, это все шутки, конечно, а мы хотим прийти к серьезной теме, потому что коллеги из новостной редакции с нами на связи, готовы связаться. Доброе утро, Анна, как вы поживаете? Что у вас на повестке дня? Да, доброе утро, коллеги. Мы сегодня расскажем вам о самых интересных событиях Крыма. В наших выпусках новостей поговорим о программе капитального ремонта многоквартирных домов, покажем, как развивается устричное производство. В течение дня подготовим материалы о бизнес-предложениях сирийской делегации. Побываем на открытии движения по дороге Саки-Орловка. Не переключайтесь, вы все узнаете первыми. А вам желаю хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты слышал, собираются они в путешествие Саки-Орловка? Ну что-то такое, наверное, за устрицами. Может быть, мне тоже стоит с ними отправиться, тем главное, более чемодан я уже почти собрала. Собрала чемодан, главное, чтобы он уместился в машину, ведь там же будут камеры, штативы, свет, все. Главное, все. Чтобы я успела вернуться к завтрашнему эфиру, потому что мы с тобой снова встретимся здесь с нашими зрителями и, конечно же, порадуем их новостями. Дорогие друзья, к сожалению, на часах, сколько, 8:53, это на самом деле уже означает то, что через... Буквально 2 минуты наш эфир заканчивается. Пришло время прощаться, но мы прощаемся. Как же не хочется. Не хочется, потому что в этой уютной студии мы с вами просто провели хорошо время. И надеюсь, что наша компания тоже скрасила ваше утро. Ну а я напоминаю, на протяжении 2 часов для вас работали Антонина Шитова и Александр Ткачев. Увидимся завтра. Пока-пока.